Фред родился вблизи лесопилки, рабочие которой кормили пса, заботились о нем, да только не уберегли. Собака пробралась на производственную площадку, приключилось несчастье. На 4-месячного щенка упала тяжелая балка, перебила лапу. Так животное оказалось на ветеринарном столе частного приюта. Здесь ему сделали операцию, поставили штифт в лапу. Все у него, теперь все хорошо. Он здоровый пес, очень общительный. После операции прошло уже полгода. На лесопилку, как показал случай, возвращать собаку было опасно. Вот и оставили Фреда здесь. В открытом вольере приюта он ждет своего хозяина. Если вы готовы стать собаке верным другом, звоните 8 909 114 45 79.